Они опять накосяли, это дрянь, надо ее уложить. Боже мой. Родите. Надеюсь, я успел вовремя. Алена, иди сюда. Тихо. Вера, иди сюда. На что? Ты пока за ней пригляди. Я сейчас быстро в аптеку, я попробую для нее капельницу соорудить, чтобы вывести эту дрянь. А ты сделай ей горячую чаю. Что-то еще случилось? Да, Денис звонил. Он сказал, что во время того погружения, ну, когда я чуть не утонула. В общем, это был не несчастный случай. Мое оборудование было испорчено намеренно. Он сказал, кто это был? Да, он сказал, что это сделала Наташа. Не понимаю, как она могла. Она же была моя подруга. Я ничего не понимаю. А потом связь прервалась, и теперь Денис не подходит к телефону. Может, у нее просто сел телефон? Может быть. Хорошо. Я сейчас быстро в аптеку, а ты присмотри за Аленой. Я мигом. Ну что, Денис Сергеевич, времени было достаточно. Готовы рассказать, как и за что вы убили Вышинского Илью Александровича? Я вам уже сказал, я никого не убивал. Да, мы подрались, но когда я выходил из кабинета, Илья Александрович был жив. А вот начальник охраны клиники утверждает, что когда он вошел в кабинет, буквально через пару минут после того, как вы его покинули, Вышинский был уже мертв. Это же подтверждает и дежурная медсестра. Но заключение судмедэксперта. Смерть наступила в результате удара в височную область тупым предметом, предположительно пистолетом, найденным у вас при обыске. На пистолете следы запекшейся крови. Заключение экспертизы, что отпечатки пальцев на пистолете принадлежат вам, Денис Сергеевич. Других отпечатков на пистолете нет. Имеем все признаки предумышленного. Взял. Значит, собирался использовать? Я ничего не собирался. Хватит врать. Расскажите, как было. Ну, подрались. Ударил Вышинского по голове, убил. Растерялся. Потом осознал. Чистосердечное признание. Смягчает наказание, как известно. Ладно, мне нужен адвокат. Давайте закончим. Зря тянете резину, Соловьев. Не признайтесь, пойдете по полной. Спасибо, Александр Анатольевич. Вашими молитвами. А что нам с вами обсуждать? При чем тут мое алиби? Что? А где папа? Его нет, будет не скоро. Он что, куда-то уехал? Когда он приедет? Я понятия не имею. Ты видишь, я занята. Чего ты лезешь? Жанна Сергеевна, заметьте его, пожалуйста, а? Да наконец уже! Ну, что это такое-то? Не мешает, простите. Давай, подожди. Денис ведь арестован. Какие у них могут быть вопросы именно ко мне? Как? А при чем тут мой мотив? Вы же знаете, я не убивала Илью. Спасибо вам большое, что вы не рассказали, что я там была. Хорошо. Если вопрос в деньгах, давайте обсудим это. Не пойти ли нам прямо сейчас в парк аттракционов, а? Правда? Правда. А она не будет ругаться? Мы ей ничего не скажем. Давай, быстро, переодевайся. Алло, Вера, извините, что беспокоюсь с утра. Это Жанна Сергеевна. Здравствуйте. Я, может быть, не поняла, но
кажется, Илья убит. Господи. Похоже, у Дениса Владимировича большие неприятности. Он дома не ночевал, а Наталья только что сказала, что он арестован. Спасибо, Жанна Сергеевна. Что? Денис арестован. А еще она сказала, что Илья убит. Я поехала в полицию. Подожди. Что ты им скажешь? Пока не знаю. Но надо что-то делать. Пожалуйста, позаботься об Алене. Конечно, я о ней позабочусь. Только ты ей ничего не рассказывай. Мы сами пока ничего не знаем. Я позвоню. Алло, Иван Алексеевич. Доброе утро, это Вера Соловьева. Мне очень нужна ваша помощь. Хорошо. Перейдем к криминальным новостям. Очередной скандал, связанный с клиникой «Аксис». Сегодня ночью был найден мертвым главврач клиники Вышинский Илья Александрович. По факту гибели заведено уголовное дело. Имена подозреваемых следствием не разглашаются. Здравствуйте, я хотел бы заказать билет на самолет на ближайшее время. Событий, которые связаны непосредственно с пациентами этого лечебного. Да. Я все понял. Спасибо. Это просто плохой сон. Тебе просто приснился плохой сон. Никит, я же была в этой клинике. Они опять привязали меня. И Боря... Боря там тоже был. Ему было очень плохо. Никит, это никогда не закончится. Это все закончится. Все закончится. Вот увидишь, закончится. Надо просто уметь ждать. Все будет хорошо, как и должно быть. Поверь мне. Хочу побыть одна. Хорошо. Тебе нужно поесть. Я пойду приготовлю нам завтрак, хорошо? Не обижайся, пожалуйста. Я сейчас просто приведу мысли в порядок. И потом позавтракаем. Видели его? Пока нет, но пообщался со следователем, который ведет его дело. Обвинение серьезное, улики тоже. Господи, этого не может быть. Денис не убийца. Идемте, следователь ждет вас. Вот ему все и расскажете. А ваш бывший муж озвучивал намерение отомстить Вышинскому? Нет. Мы почти не общались после того, как я вышла из больницы. Но я знаю Дениса. Он не виновен. Зачем ему тогда пистолет? Пистолет? А разве у Дениса был пистолет? Ну, вот видите. Вы даже не знали, что он держал оружие. А купил-то он его, еще когда был женат на вас. Так что уж извините, но о своем бывшем супруге вы знаете, далеко не все. Опять же, 7 лет прошло, а люди меняются. Не настолько же. Нет, я не верю. Денис не убийца, он на это не способен. Ну, буду откровенен, улики против тебя не шуточные. И свидетели драки, твои отпечатки на орудии убийства. Я знаю, что им еще нужно доказать, что твой пистолет является орудием убийства. Но в любом случае сам факт наличия драки указывает на то, что у тебя были причины ненавидеть Илью. А рассказ, откроет следствию глаза на то, что ты не единственный, кто питал к нему такие чувства.
пойми ты, Денис, если у нас появятся против Натальи хоть какие-то улики, она вполне может стать новой подозреваемой. У нее есть веский мотив убрать свидетеля. Да. Наталья, я решил к вам подъехать. Как? Мы же договорились. Не надо ко мне приезжать! Кто же тогда убил Вышинского? Может быть, это были вы. Я? Ну, почему нет? Если я правильно помню, в вашем интервью вы говорили, что именно господин Вышинский виноват в том, что вы провели 7 лет в больнице. А может быть, вы вместе с вашим бывшим муженьком его убили? Где вы были вчера вечером? Я не поняла, вы серьезно? Вы меня подозреваете? Мотив у вас есть. Осталось только выяснить, была ли возможность. Отвечайте на вопрос. В квартире у друга. Фамилия друга? Адрес? Кто-то может подтвердить, что вы там находились? Я была одна. Значит, алиби нет. Понятно. Знаете что? Гражданка Соловьева, настоятельно рекомендую начать сотрудничать со следствием и дать необходимые показания против вашего бывшего мужа. Вообще-то гражданка Соловьева проходит у меня как потерпевшая по делу клиники «Аксис». А у вас она даже еще статус свидетеля не имеет. Может, не нужно ее так сразу запугивать? Почему вы решили, что я ее запугиваю? Слушайте, коллега, моя подопечная, наоборот, пытается вам помочь. Если у вас возникнет необходимость, Вера Геннадьевна готова встретиться с вами снова. А сейчас давайте подпишем ей пропуск и отпустим, так сказать, на свежий воздух. Вот так. Пойдемте. Денис! Нет! Все! Он ушел! Все! Бесполезно, бесполезно, только хуже будет. Я Дмитрий Лойко, адвокат Дениса. А вы, я так понимаю, Вера, бывшая жена. Да. Скажите, что его ждет? Пока сказать сложно. Очень много улик против. Сейчас моя задача – это изменить статью. Это возможно? Если Денис признается в непреднамышленном убийстве, пройдет психологическую экспертизу, тогда… Он что, собирается признать свою вину? Сейчас я настоятельно советую ему сделать это. И тогда он отсидит максимум 3 года. Вы так говорите, как будто это хорошо. На фоне 15 лет 3 – это неплохо. Вы сами твердите, что Денис не виновен? Мне платят не за веру, а за защиту. То есть вариант, что Денис вообще не виновен, не рассматривается? А информация про Наташу? Что, если Илья ее шантажировал, у нее тоже был мотив? Про Наталью ничего нет, кроме слов, которые нельзя проверить. Хорошо, что я могу для него сделать? Принесите Денису чистую одежду и средства гигиены. Он тут надолго. Что ты дрожишь? Так, быстро пойдем домой, я тебе ванну сделаю. Быстро пойдем. Алло, Жанна Сергеевна, я к вам сейчас приеду. Скажите, вы не могли бы собрать какие-нибудь вещи для Дениса и умывальные принадлежности? Да. А, гуляете? Ну, это хорошо.
А Наташа дома? Спасибо. Погляди еще, пожалуйста, чуть-чуть свиней. Ему еще пока сюда нельзя. Тут Наташа повесилась. Здравствуйте. Не думала, что Наташа способна покончить с собой. Считаете, она не сама это сделала? Ой, не знаю. Увидеть знакомого человека мертвым так страшно. Пройдемте на воздух. Да. Что вы мне так смотрите? Думаете, я к этому причастна? Нет. По словам эксперта, вы приехали после того, как она умерла. Хотя все это действительно очень странно. Все вращается вокруг вас и вашего бывшего мужа. Сначала лучший друг. Теперь вот жена. Считаете, эти обе смерти как-то связаны? Пока не знаю. Надо дождаться результатов экспертизы. Слишком много вопросов. Я уверена, что Денис не виновен. Его просто хотят подставить. Возможно, вы и правы. Вскрытие покажет, как говорится. Но вам лучше пока не отлучаться из города. На всякий случай. Иван Алексеевич, можно вас попросить об одолжении? Конечно. Передайте, пожалуйста, вещи Денису в камеру. Давайте. Только быстрее. Совсем не знаю, во что мне переодеться. Можно у тебя попросить какую-нибудь рубашку? Конечно. Нет проблем. Да где ты все-таки была? Вот это подойдет? Да, конечно. Угу. Мне переоденься? Да. А тебя не было 3 часа. Да, я теперь жутко голодная. А холодильник совсем пустой. А я могу сходить в магазин, он тут недалеко. Очень хочется макароны. Я мигом. То есть ты считаешь, что это звенья одной цепи? Слишком много совпадений. Угу. А что показала экспертиза? Пока ждем. Давай прямо, Пахомов. Чего ты от меня добиваешься? Надо объединить эти 2 дела в одно. Решено. Но вести следствие будешь с Курюхиным. Это не обсуждается. Старшим будешь ты. Есть. Идите. Мы пришли. О, вы вернулись? Где были, как прогулялись? Хорошо. Почему ты вернулась? А где Наташа? Ей срочно пришлось уехать по делам.
Ужас. Как вы? Это же вы ее нашли. Да, ничего. Скажите, мне послышались ли Венечка назвал Наташу не мамой, а по имени? Но дети часто родители по имени называют. Вы лучше скажите, Денис Сергеевич в курсе, что Натальи больше нет? Думаю, нет, он же арестован. Господи, бедный ребенок. Давайте я вам помогу. Знаете, нам, наверное, придется сначала соврать Венечке, сказать, что папа уехал с Наташей. Потом решим, как сказать всю правду, когда я с Денисом посоветуюсь. Самое главное, что вы с нами, потому что так он вообще один остался. А я что, я же няня. Ну, зато когда вы с ним рядом, мне спокойно. Бедный мальчишка. Привет. Ты не против, если я присяду? Ты спрашивала, почему я приехала? Я вернулась, потому что хочу быть рядом с тобой. Надеюсь, ты тоже этого хочешь. А знаешь, в детстве я мечтала, что Питер прилетит и заберет меня с собой в Нетландию. Тебе что, тоже было плохо дома? Нет. Что-то, мне просто хотелось приключений. Тебе бы все равно не понравилось в Нетландии. Там ни у кого нет мам. Даже у тигровой лилии есть только отец-вождь, а мамы нет. Это очень грустно. Не стоит лететь в Нетландию. Здесь гораздо лучше. Прости, мне нужно ответить. Ее не было 3 часа, и она не хочет говорить, где была. Я не знаю, что ей думать, но что-то тут явно не так. Никита, Наташа повесилась. Как повесилась? Когда это произошло? Меня попросили не уезжать из города. Вера, вы будете ужинать? Послушай, мне пора идти. Я приеду позже. Позвоню. Да, понял. Пока. И, собственно, поэтому мы подрались с Ильей. А ваша жена знала, что Вышинский вам во всем признался? Она, если знала, то не от меня. Когда я ей сказал, что мы разводимся, она... В общем, мы поругались и больше не виделись. А как Наталья восприняла новость о разводе? Сильно расстроилась? Ваша жена когда-нибудь говорила о самоубийстве? Самоубийстве. Да нет, Наташа слишком себя любит. Скажите, ваша сестра способна на убийство? И что говорит полиция? Ждут результатов экспертизы. Слушай, может, ты все-таки поешь? Ты даже не притронулся. Не расхотелось. Ты так и не сказала, где ты была. Вот тебе и самоубийство через самоповешение.
Получается, что смерть Натальи Соловьевой наступила в результате отравления барбитуратами. Барбитуратами. Где-то я это уже видел. Ага, вот. Пациентка Алена Соловьева доставлена в больницу после, внимания, попытки суицида. Угадай, чем она пыталась отравиться? Не иначе, как барбитурат. Именно. И о чем это нам говорит? О чем? Опять слишком много совпадений. Ну все. На сегодня хватит. Завтра дочитаем. Завтра? Да. А ты никуда не уедешь, как папа и Наташа? Нет, я никуда не уеду. Спи спокойно. Дэвер. Ален, привет. Как ты? Все в порядке? Да, хорошо. Я сегодня здесь останусь с Веней. Тихо. Вер, ты со мной? Да. Тихо. Все нормально. Вене просто кошмар приснился. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вера останется сегодня с Веней. То есть ты считаешь, что это месть? А какие основания? Ну, пока это только предположение. Но очень похоже. В обоих случаях суицида использованы барбитураты. Мы знаем, что и Алену, и Веру Соловьевых в клинике удерживали насильно. Бизнес в семье принадлежал и брату, и сестре в равных долях. А что, если за этим всем стояла Наталья? У нее точно был мотив. И мужа приобрела, и деньгами обзавелась. Угу. И теперь та сестра, сбежав из больницы, решила ей отомстить. Ну что ж, интересная версия. Где собираешься ее искать? Я с утра пообщался с начальником охраны клиники Кузьминым. Ну, тот, что обнаружил тело Вышинского. Так вот, со слов этого Кузьмина, Соловьевой помогал некий доктор Зуев, за что, собственно, был уволен. Ну, так далее. Разрешите объявить Алену Соловьеву в розыск по подозрению в убийстве Натальи Соловьевой. Разрешаю. Идите. Вера Геннадьевна, доброе утро. Не разбудил? Доброе. Хотел уточнить. Сестра вашего мужа, Алена Соловьева, с вами на связь не выходила? Нет. Жаль, очень жаль. Хотим с ней побеседовать в связи с убийством Натальи Соловьевой. Что, убийство? Нет, вы не ослышались. Я сказал именно убийство. И все обстоятельства указывают на Алену Сергеевну. Она очень опасна. Так что настоятельно рекомендую не вступать с ней в контакт. Хорошо. Как мне станет что-нибудь известно, я вам обязательно сообщу. Всего доброго. На вас лица нет. Что опять случилось-то? Они установили, что это было не самоубийство, и подозревают Алену, сестру Дениса. А может, и правда она? Нет. Я не верю. Нужно ее предупредить. Так, я пойду Венечку проверю.
идиоты. Зачем мне было убивать Наташу? Подожди, ты что, мне не веришь? Да есть у меня алиби. Ну, понимаешь, следователь сказал, что у них есть какие-то обстоятельства, указывающие на тебя. Послушай, я физически не могла этого сделать, потому что меня не было рядом. Я тебе верю, понимаешь, но... Но ты должна мне рассказать, где ты была вчера, чтобы я могла тебе помочь. Ладно. Сначала я была в квартире у Никиты. Потом я поехала... Домой к Боре. Я это делала и 7 лет назад, когда только это все произошло. Пыталась дать его жене денег на похороны. Она, конечно, мне бросила их в лицо и наговорила кучу гадостей. Я ей ответила. Потом я переживала из-за этого, но это просто из-за чувства вины перед Борей. Чего ты молчишь? Ты что, мне не веришь? Ты можешь проверить сама? Меня видела Борина дочь, когда я приезжала. Она успела открыть дверь. Адрес дать можешь? Да ради бога, пиши адрес. Да. Хорошо. Алло, рано или поздно они выйдут на квартиру Никиты. Тебе лучше оттуда прямо сейчас уйти. Слышишь? Хорошо. Привет. Что делаешь? Привет. Такси вызываю. Уезжаешь? Скоро вернусь. Понимаешь, возникла проблема, которую мне нужно срочно решить. Но как только она решится, мы будем с тобой вместе, будем делать, что хотим. Я знаю. Взрослые специально так говорят, чтобы дети от них отстали. И папа так говорит. Ты знаешь, когда ты родился, папа сказал, что это самый счастливый день в его жизни. Ты-то откуда знаешь? А я слышала это собственными ушами. Девятнадцатая квартира в этом подъезде. Какая? Девятнадцатая. Там в четвертом. Спасибо. Будем быстро. Быстро. Простите, я просто хотела узнать, не приходила ли к вам вчера вот эта женщина? Ну, заходила. А кто она? А вы кто? Да мы были когда-то подругами вашего папы, Бориса. Правда? Да. Все папины друзья, мои друзья. Я Люда. Вера. Пройдемте со мной. Вам чай, кофе? Все равно. А откуда вы знаете моего папу? Вы работали или служили вместе? Ну, девушки военные же тоже бывают. Какой он был? Мне было 6 лет, когда он умер, и я уже плохо помню. Он был сильным, смелым и благородным. Он спас мне жизнь, хотя я не была ему близким человеком. Знаете, я сразу поняла, что вы хороший человек. И подруга ваша тоже. А еще я очень рада, что вы в гости ко мне зашли. Лида, в следующий раз, пожалуйста, не открывайте дверь малознакомым людям, когда мамы дома нет. Мама никогда не дома. Она умерла вслед за папой. А вы одна живете? Нет, конечно, я живу с братом и тетей. Ну, не люкс, конечно, но на первое время сойдет. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Да перестань. Тут красиво, правда? Почему ты рискуешь своей свободой ради меня? Ну, во-первых, ты ни в чем не виновата. А во-вторых... Я влюбился в тебя, как последний идиот. Не
не думала, что я еще когда-то кого-то полюблю. А ты что, кого-то любила? Я что, у тебя не первый? 31-й. Мне вообще 36 лет. А тебе сколько? Мне 30. Я, получается, старше? Ну, всего на 6 лет. Мне же не 15. Раньше мне нравились мальчики постарше. Ну что, признавайся, кого ты любила до меня, покайся, грешница. Я не хочу шутить на эту тему. Извини. Давайте я вас провожу тогда. Спасибо, Зачи. Да нет, Зачи. Старшим брат. С братом? Ну да, с братом Никитой. Просто, понимаете, он не любит разговаривать про папу. Для него это слишком больное место. Вот я на вас так и набросилась. Просто хотела узнать хоть что-то. Господи. Алена. Где сейчас Никита, не знаешь? На работе, наверное. Какая работа? Сегодня же воскресенье. А, тогда, может быть, на папиной старой даче. Он там часто бывает. А где она, далеко? Нет, близко от нас. Да вы не успеете, Алена давно уже у него. А я гораздо ближе к этому месту. Все, мы так себе ехали. Не могу пойти. В порядке, ничего плохого ты не сделала. Да, я понимаю. Ты все рассказала. Ну ничего, я все улажу. Пока, сестренка. Никит, твое? А зачем врачу пистолет? Не все болезни лечатся с помощью медицины. Некоторые лечатся другими методами. Я серьезно. И я серьезно. Ты знаешь, зачем я тебя сюда привез? Я тебя сюда привез, чтобы вылечить. Стой, у меня пистолет. Теперь пистолет у меня, и он заряжен. Я не понимаю, что мой отец тебе нашел. Баба как баба, ничего особенного. Зачем мой отец бросил мать из-за тебя? Какой отец? Ален, ну не строй себя дуру, пожалуйста. Ты что, сын Бори? Чего, фамилия другая? Ну да. Я взял фамилию мамы. После того, как она повесилась на ремне, когда узнала про ваш роман с папой. Ты думаешь, что Наташа не заслуживала этой смерти? В чем-то обвинять? Ты убил моего отца и мать. За что? Да вы все виноваты. Я видел отчет спасателей.
Отца стали вытаскивать только через несколько часов после того, как они вытащили Веру. Если бы его вытащили сразу, он остался бы жив. Я лично ныряла за ним много раз, его невозможно было найти. Там, ты понимаешь, там сильное течение, а Вера была ближе к поверхности. Да заткнись уже! Веру вы спасли, отца даже не пытались. Никита, это бред! Я учился на последнем курсе института, когда моих родителей не стало. Мне пришлось разрываться между учебой и работой. Моей тете не было денег на содержание нас обоих. Моя сестра постоянно болела, а вы в это время бесились жиру. Кто бесился жиру? Я 5 лет провела в клинике после смерти Бори. Именно поэтому я решил закончить институт и стать психиатром, чтобы подобраться к вам поближе. Зачем тогда все это было между нами? Не проще ли было сразу всех убить? Это было бы слишком милосердно. Понимаешь, я хотел, чтобы вы почувствовали всю эту боль. Чтобы каждый из вас потерял самое дорогое, что у него есть. Наташ, Денис и репутацию. Денис, веру и свободу. Илья, клинику и положение. А ты, меня, свою вторую и последнюю любовь. Если ты меня убьешь, тебя посадят. Нет, 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 нет. Ты тут больная убийца, а я... Бедный влюбленный доктор. Это будет самооборона. Никита, остановись. Вера, какая приятная встреча. Как хорошо, что ты пришла. Вера, а ты любишь своего сына? Его-то тебе уже не достать. Ошибаешься. Я его уже достал. Врешь, он дома с няней. Да, он с няней. Жанной Сергеевной. Моей теткой. Это она рассказала мне, кто виноват в смерти отца. А вы что же, одна живете? Нет, конечно. Я живу с тетей и братом. Те, кого не воспринимают всерьез, многое видят и слышат. Она помогала мне. Иногда советом, иногда делом. С Наташей ее помощь оказалась очень кстати. И она сидит и ждет моего сигнала. А что будет, если закашлившемуся мальчику вовремя не дадут ингалятор? А? Из-за тебя погибнет, и задохнется еще один человек. Но сначала умрешь ты. Умрешь, зная, что ничем не сможешь ему помочь. Мне нужна машина, срочно! Мой ребенок в опасности! Хорошо, хорошо, Вера, пойдемте, пойдемте сюда, вот скорее. Вам не успеть его спасти. Берегите себя, прекрасный мальчик! Допустите меня! Уводите! Я никуда не убегу. Сынок, успокойся. Все будет хорошо. Как он? Все хорошо.
справка о психическом здоровье. И справка о доходах. Я совладелец частной клиники «Аксис». А почему вы так настойчиво хотите удочерить именно эту? Уже почти взрослую девочку. Мы можем подобрать для вас прекрасного здорового младенца. Люда – дочь человека, который очень много значил для меня. Я не могу позволить, чтобы она воспитывалась в детском доме. Ну что ж, Люде повезло. Прошу, поздравляю. Спасибо. Слушай, я не могу ничего готовить под твоим надзором. Ты можешь не смотреть на меня хотя бы 5 минут? Нет, я не могу не смотреть на тебя. Я рад был бы заняться огурцами, но... Но это, по-моему, важнее. Не соленький, извиняюсь, но пока еще не тянет, наверное. Да. Поэтому простой блюдце, это ничего, это хорошо, это полезно. Слушай, тебе не скучно здесь с нами дома? Может, зря ты не занимаешься клиникой? Ну ты что? Это же самое главное. Я серьезно. Ну, там Алена, она вон любит рулить. Пускай там рулит. Вот, а я тебя люблю. И сейчас я буду заниматься тобой. Можете продолжать обниматься. Я все равно за планшетом пришел. Вениамин, можно тебя на секундочку? Венечка. Слушай, у тебя когда родится сестричка, ты какие сказки будешь читать? А какие сказки читают сестрам? Ну, не знаю, к примеру, Питер Пен подойдет. Не думаю. Я бы выбрала что-нибудь повеселее. О, да, я тоже бы выбрал повеселее, что-нибудь русское, да, какое что-нибудь наше, да, там, конек горбун, ну, да, какую-нибудь репку, да. Правильно, репку, да. Про, по щучьему вине, Ивана, что-то дурачок, это же все наше.